Проект «Кунаклар» реализуется в Казанском университете благодаря победе в грантовом конкурсе для некоммерческих организаций Министерства по делам молодежи Республики Татарстан. Он направлен на создание тематической площадки для подростков разных национальностей – русских, татар, удмуртов, лезгин – и воплощается с участием учеников университетской и мортовской школ Елабужского района. Все подробности в сюжете. Состоялась первая выездная встреча в рамках проекта «Кунаклар». 10 учащихся мортовской школы прибыли в главное здание Елабужского института Казанского университета и познакомились с его богатым наследием. Они посетили музей истории и музей археологии, конференц-зал и актовый зал, а также загадали желания у знаменитых зеркал вуза, после чего направились на экскурсию по университетской школе. Там для них прошли тренинги на командообразование и воркшоп «Брошь из фетра» с татарским национальным орнаментом. Мы делаем разные вещи. Например, в этот раз мы сделали вот такую брошку. Это национальный знак татар. Нашли себе новых друзей, также узнали о друг друге много интересного. О важности проекта рассказала и Светлана Смехова. Это мероприятие ценно тем, что дети общаются друг с другом, они узнают что-то новое, приобретают новых друзей, новые впечатления. То есть они развиваются. В рамках проекта планируется создание онлайн-клуба по интересам, в котором они будут общаться, делиться опытом и участвовать в тематических мероприятиях. Инжим Небаева, Универньюз.